фронт дают. Здравствуйте, Оксаночка. Выглядите очень. Спасибо. Привет, Юлечка. Привет. И ты уже выглядишь хорошо. Так. Здравствуйте, Рахим. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня, ну вот по просьбам, да, наших клиентов, вчера мы получили такую бананку. Сейчас я покажу, как она выглядит, с чем ее носить, как носить, ну с чем носить. Сами решат клиенты, как носить. Вот на Юле она, видите, как поясная смотрится. Вот можно носить ее, Юлечка, вот так чуть-чуть, да. Ну, туда можно, да, великовато. Ну можно носить так, можно носить ее вот так, то есть кто как хочет. Да, это вот тут уже, ну, да, ремешок укоротить, можно ее так носить, так что очень удобно. У нас, пожалуйста, все. То есть, ну давайте теперь разбираться. Вот я не знаю ее. Сейчас посмотрим, можно ли ее как кроссбоди. Ну, хотя бананки носятся так сейчас, потому что маленькую бананку можно носить как кроссбоди. Вот эту. Ну, тоже, в принципе, как вариант, кто как хочет, да, смотрите, можно так и так тут. Так. Ну, девочки, паспорт сюда я попробую ставить, молния железная. Ну, да нет, пошел. Паспорт ходит. Фонд. Фонд у нас вошел. Соответственно, кошелек сюда войдет. Давайте теперь с размером определяться. Как делается замер сумки? Ну вот, смотрите, откуда я измеряю, девочки. Если берем, потому что сумка не квадратная, ничего очень. Вот, вот так вот идет у нас 35. Если мерить отсюда, да, 30. Сзади карман, молнии железные. Фурнитура бронза. Так, ну и высота. Вот высоту я делаю. Давайте на плоской сделаю. Высота у нас 17-18 идет. И длину ремня. Или держи. Длину ремешка сейчас. То есть я меряю от карабина до карабина. 60, 61, 62 где-то. Ну, умножаем на половину. 24, да? Да. Ну, это я беру с карабином. Не саму длину ремня, а именно с карабином. Так что кожа винтаж. Что такое винтаж, я показывала девочке. Вот она. Ну, я буду так. Вдруг кто-то новенький только увидел. Вот она, винтажная кожа. Вот он, сырец. Потом это все красится, затирается. Получается, то есть винтаж — это искусственно состаренная кожа. Вот давайте цвета. Горчица. Цвет, горчичный цвет, такой темная олива. Юля распаковывает, у нас ложки остаются в этом. Синий, вот такой насыщенный синий, ну такой как чернила идет цвет. Рыжик, такой тоже цвет. Такой горький шоколад. Вот он прям, если передает по молнии, видно, что вот горький шоколад. Темный тауп. И черный. Вот на фото, кстати, часто, я не знаю, как камера передаст, очень часто, вот я держу, многие принимают черный за шоколад, вернее, за черный. А черный смотрится как синий. Иногда вот на, ну, через камеру так, поэтому... То есть вот такая вот модель, маленькая бананка. Так, давайте средний размер, маленькая у нас есть. Средний размер бананка 6800, оптовая цена. Оптовая цена — это цена для наших подписчиков. Девочки, подписывайтесь на наш канал «Итальянские сумки у Оксаны», и для вас любая сумка будет по оптовой цене. А большие сколько стоит? А большие мы пока не показывали. Не показывали. Рахим думает, что бы спросить, дайте-ка. Ладно. Ты хочешь что-то даже спросить в среднем еще? Честно, я думаю, это большой и средний показали, поэтому... Нет.
Нет, есть у нас еще побольше. Ну хорошо, спасибо. Есть у нас еще побольше размер. В следующем ролике мы будем снимать побольше. Я покажу, чем они отличаются. Так что, девочки, всем пока. Спасибо, пока-пока.